Сможешь поехать? Никакой поездки в вашей деревне речи быть не может. Я решаю, где ей петь, а где нет. Можно я сам поговорю с Катриной? Свободны! Концерта не будет. Будет. Завтра я уезжаю из города на фотосессию. Сделаем вид, что вы меня похитили. Сережа! Подожди, надо подумать! Бежали, побежали быстрее! Стойте! Похитители не могут бежать впереди заложницы! Сейчас быстренько съездим в город, возьмем все необходимое для концерта, потом к вам. А если нас поймают? Да расслабься ты. Но я же у них инструктор, по карате работаю. Да, вот только руку поближе держи. Зачем мы вообще сюда побежали? Я думал, здесь нормальная дорога! Понимаешь, это я все придумала. Ты меня похищаешь, а они должны нас поймать. Это была игра. А как же Миша? А Миша вот тебя загадал. Ну, в смысле, твой концерт. В свои 30 лет, его интеллект на уровне 6-летнего ребенка. Ты поможешь мне? Завтра все обсудим. Подумаешь, из-за какого-то полоумного. Сам ты! Понимаешь, как все удобно? Все уверены, что именно ты ее похитил. Я все равно тебя зарою! Так как твоего дружка мы тоже возьмем с собой. Они Мишу забрали. Так что давай, действуй. Всем лежать! Теперь моя очередь. Миша, беги! Все должно быть по-честному. Успокоилась.